Здравствуйте, на ваш адрес пришла посылка. Ух ты, собака! Странно. Ну да ладно. Сынок, откуда эта собака? Ее прислало Общество защиты животных. Общество защиты животных? Что-то новенькое. Какая симпатичная. Дорогая, Кость тушит без специй или... А, что это за собака? Я с детства боюсь собак. Гадкий пес! Пошел отсюда! Папа, скорее бросай кость! Дорогая, сынок, скорее попробуйте мою фирменную... Да что это такое? А ну, спускайтесь сюда! Полюбуйся, сынок, на это! Сейчас я как следует проучу их! Мало не покажется! Не надо! Папа! Папа, вставай! Ай, прочь, я боюсь животных! Да чего их бояться? А морская свинка? Давно убежала! Итак, с сегодняшнего дня в дом нельзя пускать животных! А? Не могу найти свой доклад, сынок, ты не видел его. Что за доклад? Просто лист бумаги, но это очень-очень важный лист бумаги. Нет, не видел. Это же мой доклад! А ну отдай его скорее! Держи его, сынок! А ну иди сюда! Сейчас я тебя поймаю. Живо верни мне мою вещь! Не думай, что я испугался твоих дружков! Слезай оттуда! Слышишь? Что ты лаешь? Слезай оттуда! Ах, вот ты как! Ну все, на этот раз ты не уйдешь. Папа! Папа! Ты в порядке? Я в порядке. Баумы, ко мне! Папа, с животными нужно быть терпеливым. А кто вы? Я из городского общества защиты животных. Произошло недоразумение. Животных должны были доставить в другой дом, но по ошибке доставили вам. Мы сейчас же заберем их всех. Я спасен! Ну что вы, что вы? Дорогой, ужин готов. Теперь я могу спокойно спать и есть без всех этих зверей в доме. Но, папа, я скучаю по ним. Ничего, сынок, не волнуйся, мы завтра съездим и проведаем их. Правда? Здорово, пап! Ура! О! Мне нужно уехать. Можно у вас оставить кое-что на время? Пожалуйста. Конечно, можно. Мы же соседи. Проходите. Вот. Что там? Смотрите сами.